Now, what we want а теперь давайте поговорим о том, как ощутить перемену в сердце. Мы с вами говорили о том, что нашему сердцу нужна перемена. В этом нет никакого сомнения. Но как Бог меняет наше сердце? Как испытать эту перемену на себе? Нужно прежде всего понять, в каком тяжелом состоянии, безвыходном состоянии находится наше сердце. Мы поняли, как все тяжело, но на самом деле выход есть. И этот выход дает только Бог. Бог меняет наше сердце изнутри. Он меняет всю нашу жизнь изнутри. Человек хочет работать снаружи, он хочет изменить какие-то внешние проявления. Бог говорит, нет, менять все нужно только изнутри. С этого и начинается обновление. Обновление нашего сердца. Есть два момента. Во-первых, то, что называется обращением, рождением свыше, спасением, когда человек становится верующим, принимает в свою жизнь Иисуса Христа, это все об одном и том же. Это событие называется обращение. Бог обращает нас от того, кем мы были, во что-то новое. Затем, после обращения, большинство людей должны пройти еще один процесс. Это процесс посвящения, процесс, в результате которого мы все лучше понимаем господство Иисуса Христа. Давайте поговорим об этом подробнее. Освальд Чемберс говорит о том, что лишь один Христос может заполнить пустоту в человеческом сердце, потому что эта пустота, по сути, соответствует Христу. Вот почему Бог поставил в сердце человеку, заложил в сердце человека вечность. И только вечность может ее заполнить. Только вечный Бог может заполнить эту пустоту. Итак, мы с вами говорили об обращении, что это такое, насколько оно важно. Но вспомните, что мы уже ссылались на три измерения, три грани человеческого сердца. Это разум, воля и чувства или эмоции. Так вот, обращение преображает все эти области, все эти грани, потому что все они вместе составляют человеческое сердце. Объясню подробнее. Наше покаяние начинается с интеллекта, с разума. Разум — это часть нашего сердца. Значит, нужно, чтобы человек признал истинность Священного Писания, истинность Евангелия. Нельзя только разумом. Но разум важен. Человек должен понимать, что эта информация действительно имеет смысл. Он должен принять эту информацию. Итак, все начинается с разума. Но у многих разумом все и заканчивается. У них только интеллектуальное обращение. Духовного обращения так и нет. Они, конечно, верят, что Иисус родился, жил, принял смерть и воскрес. Но вы помните, что и бесы веруют, и трепещут. Меня беспокоят люди, даже те, кто ходит в нашей церкви, у которых только интеллектуальное обращение. Они приняли определенные истины, они приняли определенные утверждения, они с этим согласны, они говорят, я верю в это, я верю в то, но дальше они не идут. А дальше еще одна очень важная составляющая. Это эмоциональная составляющая. Когда наше сердце стремится к Господу Иисусу Христу. И вот это стремление совершает в нас Дух Святой. Дух Святой работает в нашем сердце и делает так, чтобы мы стремились ко Христу. Христиане часто рассказывают о том, как это происходит. Они говорят, да, я все понял, я все услышал, я все принял разумом, а вот теперь я испытываю в себе какое-то побуждение. Что-то влечет меня к личности Иисуса Христа. Вот это что-то и есть эмоция. Но обращение может быть всего лишь эмоциональным. Человек приходит на христианское богослужение, он в восторге, ему хорошо, ему здорово, и он думает, все здорово, красота, я теперь христианин. И не делает следующего шага. Следующий шаг очень важен. Это наша воля. Это личное решение ответить на истину Евангелия, на истину Иисуса Христа. Когда человек начинает сначала понимать разумом, кто такой Христос, это здорово, все начинается с разума, с определенных фактов. Все правильно.
Разумом не заканчивается, идет следующий шаг. Начинает Бог, Божий Дух действовать в сердце и привлекать человека ко Христу. Это эмоции человека. Это второй шаг. Это Бог своим Духом работает в нас, создает в нас новые желания. И мы приходим к тому, что говорим, «Да, я хочу принять Иисуса Христа, назвать Его своим Спасителем». И дальше он говорит, «Я делаю движение воли, совершаю движение воли». Я говорю, «Да, я буду христианином». Итак, конечно, бывают покаяния только разумом, бывают покаяния только эмоциями, и этого недостаточно. Должны быть все три элемента. Порядок на самом деле не столь важен, но должны быть все три элемента. Расскажу вам об одном человеке. Ах, этот человек прошел все три этапа покаяния. Он был кардиологом, жил и работал в том городке, где я жил. Его знали, его уважали. Я лично с ним не был знаком, но о нем, конечно же, слышал. И вот однажды, где-то часа в два ночи, мне позвонил один знакомый и рассказал о том, что у него племянник разбился, и попросил меня приехать в эту семью, чтобы ее утешить. Мы приехали туда, была глубокая ночь, там была вдова, двое маленьких детей. И вот отец этой самой вдовы как раз и был тем кардиологом. Он тоже был там вместе с женой. И знаете, все это было очень печально, потому что трагедия случилась в день пятилетия их брака. Они, молодая семья, отправились в ресторан, отметили это дело, потом вернулись домой, потом они поругались. И вот после этой ссоры муж, молодой муж, уехал, напился, врезался в основу моста и разбился. Вот так и кончилось это празднование. И вот тот кардиолог, его жена, вдова разбившегося человека, я начал с ними разговаривать, я пытался как-то их утешить. И я понимал, что верующих среди них нет. Через какое-то время я проводил похороны этого самого человека. И во время похорон я рассказал Евангелие. И через некоторое время после этого мне нужно было отправляться на Филиппины. Я был членом попечительского совета одной миссии. И вот у нас там было заседание совета, и перед поездкой нужно было сделать прививки. Я подумал, а почему бы не отправиться именно к этому врачу? Я позвонил ему, напомнил ему, кто я такой, где мы встречались, пришел к нему в кабинет, и он начал расспрашивать меня о том, чем я занимаюсь. Я говорю, ну вот, на Филиппины собираюсь. Он говорит, интересно, я никогда не был на Филиппинах. Я говорю, слушайте, ну поезжайте со мной. На самом деле я шутил. Он говорит, вы серьезно? Я говорю, да не, я шучу. Я думаю, что ничего не получится. Я по делам туда еду, там очень короткая такая поездка и так далее. Он говорит, а я все равно хочу поехать. Нельзя, говорю я. Пока нельзя. И ушел я домой. Я говорю, нет, не успеете вы ни билет купить, ни паспорт сделать, ничего. И вот через некоторое время он мне звонит и говорит, слушайте, я все устроил, я еду с вами на Филиппины. Я этого человека практически не знал. И все это произошло в последний момент. Я членом совета даже не мог объяснить, зачем он со мной приезжает. Мне даже не связаться с ними было. Это было давно, до мобильных телефонов и интернета. В общем, сел я в самолет. Вместе со мной сел в самолет этот врач, которого я совершенно не знал. И на протяжении всего полета, на протяжении всех 15 часов, мы так и не уснули. Он задавал мне вопрос за вопросом. Это были интеллектуальные вопросы, вопросы интеллектуала. Как можно убедиться в истинности Библии? Как можно убедиться в том, что Христос действительно Бог? Как о тех, кто никогда не слышал Евангелие? Как совмещается наука и вера? Он буквально засыпал меня вопросами. Но я чувствовал, что в жизни этого человека действует Святой Дух. Святой Дух привлекает этого человека к себе.
Это была не просто интеллектуальная беседа. И вот я несколько раз за эти 15 часов объяснил ему Евангелие. Я рассказал ему, кто такой Христос, что Он совершил для нас, как получить спасение, как прийти ко Христу, как покаяться. Я не требовал от него ответа, по крайней мере, тогда в самолете. Мы вышли из самолета, нас встретили миссионеры, и я пытался рассказать миссионерам о том, что это за человек, пытался объяснить им, что он неверующий человек, что он поехал со мной по собственному желанию. Но мне так и не удалось этого сделать, потому что мы постоянно были вместе. Я не мог говорить о нем, потому что мы с ним постоянно были вместе. И вот за ужином один из миссионеров спрашивает его: «Скажите, а вы где и как покаялись?» Я думаю, ну вот будет сейчас, наверное, интересный ответ. Он говорит: «Да, 6 часов назад, на высоте 10 тысяч метров, я посвятил свою жизнь Иисусу Христу. Я принял Его своим Господом и Спасителем. И я увидел, как сочетаются все эти три грани». Он знал все факты, он получил ответы на интеллектуальные вопросы. Дух Божий привлекал его к себе, это была интеллектуальная сторона, и он сделал выбор, он сказал: «Да, я буду христианином». Я преподал ему крещение, потом покаялась его семья, его супруга, их дети. Вот так в этой семье совершил свою работу Бог. Вот это и есть подлинное покаяние. И Господь действительно использовал меня замечательным образом. Он так решил. Но к чему я об этом говорю? Обращение совершается в сердце. Если сердце не меняется, не изменится ничто. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.